Акция РЕН-ТВ «Соединяет сердца» подходит к концу. Если вы еще не знаете, как отметить День всех влюбленных, тогда присылайте свои заявки нам в редакцию. До конца акции осталось 2 дня. Герои самых интересных историй любви получат главный приз – незабываемый День Святого Валентина. Знакомьтесь, наш 9-й претендент – Ирина. Ирина, 25 лет, домохозяйка, в браке 1,5 года. Муж Максим, 25 лет. Однажды Ирина забыла поздравить мужа с Днем Святого Валентина. В этот раз девушка хочет исправиться и оригинально поздравить любимого с праздником. Познакомились 1 сентября 2006 года. Оба поступили в политех, в СГТУ. Поступили и обратно с линейки едем в автобусе. Мне уже выходить через 2 остановки. И он такой: а что? Тебе бы не присесть, они могли бы подвинуться, в принципе. Я такая, в принципе, как для поддержки общения, присела. Присела, хотела ходить уже скоро, не хотелось уже, разговор только завязался. Вышла, сказала пока, и все на этом. Мы даже, наверное, только именами обменялись, ничего, телефонами, ничего такого не было. А тут 2 месяца прошло, и он ко мне на остановке все-таки подошел. Я, видимо, одна была, потому что ездила с одногруппниками, тоже с другими. Подошел, говорит: привет. Я помню его, но не помню, как его зовут. Неудобно так немножко. И продолжилось наше общение. Мы уже ездили, обменялись телефонами, стали ездить вместе в политех. Месяц за мной ухаживал. Прям вот так вот вплотную. То есть куда ты, что тебе нужно, там, туда пойдем. Может, а ты город плохо знаешь, я тебе там покажу, еще расскажу, еще вот так вот. То есть он как вот... оберегал меня. Вот этот весь месяц, не то что ухаживал, а оберегал. Я как-то в нем какую-то поддержку такую ощутила. Предложение на 14 февраля 2013 года. Предложение поступило. Официально, на колено, с колечком. Так вот, тет-а-тет. Ничего особенного не придумывал. Удивляю, если... Вот прямо такой кардинальный сюрприз, это на свадьбу песню спела. То есть он вообще не подозревал то, что я сочиняю ее, что я ее где-то записываю, что-то ему готовлю. На свадьбу он вообще не знал. Такой родной человек, не описать, наверное, эти чувства, любовь. Надеюсь, до конца жизни.